слов по микрорайон защиты. В прошлом году мы обещали вам сделать ремонт улицы Темрилошова, центральную улицу. А сейчас вы, наверное, видите, уже мы завершились. Хорошо. Хорошо, да. Очень красиво получилось. И в прошлом году обещали, в этом году уже сделали. Во-вторых, очень остро стоял вопрос улицы Грейдерная. О, да. Сейчас я там был, мы сегодня начали уже ремонт по освещению. В прошлом году сделана была улица Братская, переулок Осенний. И в двух дворах была сделана детская площадка. Я там был, неплохо сделано, и очень активные жители. Хочу поблагодарить их. Это все благодаря нашим жителям, которые активно участвуют по программе «Бюджет народного участия». Саныш Павел, ремонт тротуара. Сейчас я был. Здесь тоже 1.5 километра тротуара. Почему решили? Потому что есть поликлиника, две школы, и здесь очень необходим для детей, для жителей. Поэтому решили здесь делать в двух участках тротуара. По уличному освещению. Белорусская, улица Камчатская и переулок Трудный. Там сделали по бюджету народного участия уличное освещение. Где активные жители, которые голосуют за свой город, они получают элементы благоустройства. Это детская площадка, или это игровая зона, уличное освещение, или обустройство тротуара.